Вітю. Понаставили тут ух, Женя, Дима, привет. А ты куда уже компас набрал? Без друга лучшего. Не, ну что ты сразу обижаешься? У меня сегодня с Аней годовщина знакомства. Вот, идем в ресторан. Какой ресторан? Ты что, забыл? Мы сегодня в клуб собирались. Клуб, точно. Нет, Женя, я не могу. Да ты хоть представляешь, от чего ты отказываешься? Девушки, музыка. Мужской клуб! Мужской клуб! Ух ты! Что ж ты раньше-то не сказал? Извини, но нет. Ну и зря. Стой, стой, стой! Ну что? Ну что я ей скажу? Ну скажи ей, что тебя забирают. В армию, да? Очень смешно. Но почему сразу в армию? Куда? Ну, например, о, на ночную зимнюю рыбалку. А то, что сейчас день, тебя не смущает? А то, что сейчас май, тебя это не удивляет? Да не волнуйся ты так. Она все равно ни о чем не узнает. Ну, лучше сделай, что стоматолог сказал. В смысле? Сплю. Ну все, подожди. Ванечка, солнце, привет! Привет! Как дела? Замечательно! У тебя что-то случилось? Что такое? Меня забирают. Куда? На соревнования по женскому футболу. Подожди, Дима, ты же мужчина! Я массажист. И? И я пообещал организатору, что буду там. Подожди, какому организатору? Где ты его взял? А помнишь, мы с ребятами ездили на природу? Ну, там все и произошло. Ну, дело было так. Нормально. Идем мы с Мартой, гуляем. Подожди, с какой Мартой? Кто сказал Марту? Ты? И что тебя удивляет? Прости, меня это больше, чем удивляет. Кто такая Марта? Собака. Собака? Собака. И где ты ее взял? А мне ее одолжил Эдик. Эдик одолжил. Эдик? А ты не находишь, что как-то странно назвать собаку именем собственной девушки? Да. А что ты хочешь от Эдика? Он вообще фантазер. Ну слушай дальше. Значит, идем, а вокруг природа. А тишина такая, что слышно, как деревья растут. Романтика. И вдруг шорох. Марта как закричит нечеловеческим голосом. Дима! Белка! Подожди. Как эта собака может кричать нечеловеческим голосом Дима! Белка! А что ты хочешь? Чтобы она человеческим кричала, что ли? Естественно, что нечеловеческим. А у нее глаза. Глаза! Вот такие! Грудь! Вот такая! На лице румянец. На чьем лице? На моем. Естественно, на моем. Ну что-то я отвлекся. Вернемся к белке. Так я смотрю, а там не белка, а организатор идет, представляешь? Ну, так мы с ним и познакомились. А он сразу пригласил меня на эти соревнования. А я отказывался. Ну, после шестой? Минуты. Так что сегодня в 9 мне придется тебя покинуть, любимая. Понаставили тут. Ух! Женя, представляешь? Дима променял меня на какие-то соревнования. Так я тоже. Что? Туда еду. Ты? Но больше похоже, что ты едешь в ночной клуб. Ну да, в клуб. Что? А, в клуб рыболов. Сегодня там тематическая рыбалка. Ну хорошо, но Дима едет на соревнования по женскому футболу. А так клуб футбольный называется «Рыболовы». Зачем? Зачем только Эдик дал тебе свою собаку? У Эдика нет собаки. Как нет? Уже нет.
разрыв сердца прямо на моих глазах. Бедный Джек, я так его любил. Но почему Джек? Марта! Марта — это девушка Эдика. Женя, я знаю, что Марта — это девушка Эдика, но Дима мне сказал, что и собаку Эдика тоже зовут Марта. Так я тебе сейчас все объясню. Просто Эдик приобрел свою собаку Марту значительно раньше, чем девушку Марту. И после того, как они начали встречаться, у него происходили из-за этого всяческие недоразумения. Ну, допустим. Но Джек, это же мужское имя. Мужское? Мужское? Ну да, мужское. Так ведь как Эдик рассуждал? Как Эдик рассуждал? Если он даст собаке новое женское имя, ну, скажем, Тажрина, ну, то что ждет его в будущем? Что? Характер у Эдика тяжелый. Девушка от него может уйти. Собака никогда. Но с другой стороны, парень, он привлекательный. И вскоре может найти себе новую девушку. И где гарантии того, что этой новой девушкой не окажется та же Рита? Где гарантии? Нет гарантии. Вот. Он решил дать собаке новое мужское имя. Джек. Собака, видно, этого не ожидала. И умерла. Умерла Джек, будучи по существу Мартой. Фу, как у вас здесь жарко. Эдик? А, ты такое дело понимаешь? Подожди. Вообще-то я за Аню. Еще один шутец. Вообще-то нет, Дима. Я давно хотела тебе сказать. У Эдика нет собаки. По крайней мере, за те полгода, что я с ним общаюсь, я ее там не наблюдала. Кажется, здесь мне больше делать нечего. Аня, стой, стой, но как же мы же с тобой... А ты же, как же я же? И ты же тут же, Ёша, наш. Как видите, любовным бывают не только треугольники. Но и другие замкнутые.